Это был особенный год, год педагога и наставника, год, когда и государство, и общество смогли уделить повышенное внимание тем людям, которые каждодневно занимаются обучением и воспитанием подрастающего поколения. Это огромный совместный труд. Недаром первую учительницу в школе, часто называют второй мамой, а старший товарищ по работе может оказаться младшим отцом в профессии. Как бы то ни было, для каждого человека, особенно для ребенка, главные наставники по жизни – это его родители. Тем символичнее, что Новый год уже объявлен годом семьи, годом семейных ценностей. А сами новогодние торжества – это, наверное, любимые семейные праздники. Будьте вместе, будьте рядом, будьте с близкими, будьте счастливы в новом году!